Ну, отыгрывает. Ой-ой-ой, на подсадочке. Как же раскручивается в этой позиции. Квадрокилл Magic Boy. Филигранный. Филигранная им. Четко выверенная стрельба. У одного знают. Знают про Оскара. Хороший выпад, тем не менее. От Чеха. На него выбежал Нико. Керригана расконтролил. И раунд 3 в 3. Увидел Олафа. Прострел сквозь деревяшку. Олаф убегает. Да что ты творишь? Трипл килл. Оскар. Веди четвертого. А где же минус? Гардиан попала, вот Оскар промазал. Гардиан еще раз попала, тут уже Рейн. Как из-под земли материализовался норвежец, перестреляв в итоге Чеха. Очень хорошо. 16-2 сейчас будет, режея, все замечательно. 2-3 хэдшота, Крис Де Йонг, пощады. Все, Рейн закрывает эту карту, ГГшечка. 24-15, КД феноменальная у Криса, но команда не включилась. Вернее, это называется прочитанный. Да, Фнатики все на двадцатке идут дальше в аплен, сломя голову. Это может сейчас стать для них самым гигантским провалом. Привет, как дела, ребята? Идете на? Да, я здесь. А я здесь, а вы на меня не смотрите. В итоге так, Голден последний. Он понимает, что именно здесь находятся все оставшиеся датские ребятишки. И кто быстрее? Бежит на базу Б. Ну, однозначно Голден, но, возможно, Дюпри успеет. Да, но девайс остался с ВП на. Вот, так, Дюпри. Дымок. Ну, швед здесь очень безопасно разыгрывает, понимая гибкость тайминга и 11% здоровья. Да, бомбу поставил. Сможет ли спасти раунд Голден? Ну, вообще, судя по его позиции, нет. Вот в такой ситуации нужно атаковать на первого, но он этого не делает. Выходит дым. Да первого ладно? Атакует, делает этот минус, не понимает, где находится Николай. А вот теперь понимает. Вот теперь четко понимает, что девайс идет с банана и уже взял под контроль эту позицию. Еще один агрессивный выпад, и Голден делает квадрокилл, при этом забирает третий раунд для команды Fnatic. Что касается шведов, матч боевой. А вот этот выход Молотов, это что, тильт? Спустить якоря, что это? Молотов был от Фореста, и Деннис в него бежал умирать. Чего? Как это объяснить? Кстати, Форест даст это сделать. Да, Форест даст это сделать. Дают поставить бомбу Кримзу, 7 секунд до конца раунда. Весьма непредсказуемо встала бомба, но у них численное преимущество, и они действуют очень аккуратно. Два игрока вместе должны действовать первыми, и как жестко Кримз переводится. Оу, какая банка, и видит игрока в банке еще вдобавок. Это три просто фрага. Вот это батя, а Кримз-то точно наш. Квадро в раунде, какая грязь от Кримза просто. 5-3, и он не отходит. Он не отходит, понимая, что один игрок прошел банан. И он знает то, что о нем известно. Падает первый, это подарок. Это подарок вместе с бомбой. Уже в который раз НИП делают ту же самую ошибку. Вот три раза где-то примерно мы видели за эту половину, как НИП, ну, теряют бомбу на ровном месте. Чую, ГГшечка попахивает. Кримз. Ну, как он шикарно двигается по карте. Очередная непредсказуемая позиция для игрока команды NIP. Забрал Фореста. Деннис последний. Один против троих. Но вот, по-моему, Кримз и этого заберет. Посмотри, он опять-таки же выигрывает позиционку. Кримз заходит в спину к Деннису. Оу, вот эта реакция! Вот эта вертушка, правда, 10% у Денниса, ну, против двоих. Ну и 22 секунды до конца раунда, вариант только один, нести бомбу на плент, разыгрывать от нее. Но под Б нет инфы. И видя этот смог, Деннис будет сейчас максимально рисковать. Скорее всего, мы знаем, чем закончится. Нет, мы не знали, чем это закончится. Красиво сыгрался. Отменный просто получился прыжок. Не совсем пока. Ух, Аллегра ловит не то чтобы нереальный тайминг, он ловит здесь. Он бомбу словил. Он поймал кота за то самое место. Так, есть информация по Ризу, но вот не до конца понимает, где находится. Или понимает. Ай-яй-яй, взял ниндзю за пижаму и понимает, что его с двух сторон попытаются сейчас промахнулся продавить. Промахнулся Дракен. Ну это, конечно, может быть Фэтл Эррором не видит игрока. Сверху смещает, это хедшот. И один на один против Дракена. Вот этот поворот. Что творит Лекра? Коктейль Молотова под ноги. Дракен выкуривает Лекра из лифтов. Ну и постарается подобрать бомбу с помощью смока. Ну, интересное решение на самом-то деле. Он может, в принципе, и просочиться в лифт. Так, бомба есть. Очень рискует. И Лекра в итоге, отдавая эту позицию, не слышал, как, ну, какой был мувмент у Дракена. Но он понимает то, что это, скорее всего, будет прямая бомба на базе Б.
Так, какую же позицию займет Дракен? Уходит в бэк-авры. Видел Лекра. Попадает 7% против 16. Кто кого? Оба игрока красные. И Дракен пикает второй раз намного более успешно. На этот раз этот пуля засчитывается. Выход на базу. Ну да, тут надо принять решение, что делать со смоком. А позиционочка-то очень хорошая будет, потому что снайпер на Делпане. И ну, очень непростое выбивание будет ожидать. Вот так играет Фнатик. Ой, это было больно Деннису. В упоре находится игрок со снайперской винтовкой. А знают или не знают о том, что Риз на базе Б? Риз должен закрывать. Должен. Вроде бы проверил, но нет, не проверил. Спокойно справляется Риз со своей обязанностью. Понимает, что надо закрыть и четвертого. Но это будет чудовищная квадра в этом раунде. Оппонент надо красный. Надо выжить Резу. Даже да. Так, забирает Лекра. Браво, браво, Риз. Это 12-й раунд для команды НИП. Да, Вега на мейджоре. Так это Вега только по-шведски. Акулы шведские. Гоу-гоу, аркада базы Б, Гвейв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая грязная игра в исполнении Астралис. Это не Вега. Но черт возьми, какая эффективная. У Веги получилось получше. Гвейв и его дробовик. Троих забрал Кэп. Вот ты говорил, не доигрывает, доиграл в этом раунде. Напихал с дробовика, просто полный провал для NIP. 2700 на ровном месте заработал Гвейв. Он не знает, об этом уже сочился. И RPK может сыграть второго, но не знает, где GV. GV также действует. RPK остается в живых до последнего. Трипл килл на Бэдлине. Два игрока в драйпе. Информация получена. RPK мансуется до последнего. Квадро в этом раунде. Можно выходить на эйс. Но он знает, что Кримс был в драйпе и понимает, что тот мог пройти. Эйс? Эйс? Ну, эйс. Это требуем должен, эйс. Это должен быть эйс. Но вот Кримс здесь, ну вот знаешь, крепкий орешек. Оу, это эйс от RPK. Ну вот знаете, вроде тайминг работал против него. И GV его должен был забирать, но... Снайпер команды Гамбит выиграл сейчас максимум по времени, чтобы Сизет смог за... Что?! Тут пачка, Сизет ее не видел, он ее не видел. Он не видел бомбу, он просто зажимает француза, выходит обратно. И что это? Что это за шоу только что было? Если не тройной получается, Рейн видит на А, бомба на Б. Здесь трое на А, Рейн одного забрал. JV просочился в упор на джангл. Ну да, шартом тут не повоюешь, а вот на джангле можно... расположиться. Голден. Ну, должна была быть инфа про шорт, но что-то как-то Голден подставился. В итоге Рейн уничтожил троих. Четверых. И за пятым поехал. Рейн. Рейн будет ли? Это эйс. Это эйс во втором пистолетном раунде. Рейн, конечно же, красавчик в этом эпизоде. Лучше бы, конечно, наверное, чтобы он... Ага, против двух снайперских винтовок, хотел сказать, я остался... Первая в разнос пошла, вторая на руках у Миху. Это не его, не коронный девайс, поэтому еще больше шансов. Но вот абсолютно Денис не рассчитывал, что соперник пойдет в Молотов Миху. Зашел, увидел, но не победил, лол. То есть он увидел Дениса, присел, открыл прицел, и Денис ушел из-под прицела. А уйти из Молотова Миху уже не успел. Один в один. Изначально было 1-3. Замечает Дениса на отходе, ставит этот хедшот, шедевр. На наших экранах раунд без шансов на победу. Все-таки капитан коллектива теперь новоспеченный Гамбит тащит. На моменте 5 в 5. Застигли врасплох девайс на болоте. Активные действия от атаки короткой дистанции неудачные для Magic's Boy. Ксапикс рефраг и, тем не менее, большинство. На короткий момент времени было для Mousesports. Отстреливается как может тот самый Ксапикс. Есть инфа, двое дамаженных, стика не палится. Выход наконец-таки от Мартина. Ну и последний за цементом. Все или ничего, два фрага в активе, только квадрокилл спасет команду Астралис. Поражение в этом пистолетном раунде. Ножа не будет, отмена, Ксайпекс. Всех перестрелял. Это эйс на пистолетном раунде на карте Аверпас. Оп, нашел одного Оскар. Да ладно, почему так мало-то дэмэджа? Попал же по голове Оскар. Незаконно. Не засчитано сейчас. Ладно, как так? 2 в 2. Ну, смотрим дальше. Это просто жесть какая-то. Оскар тоже негодует. Где была твоя голова? Почему не залетел? Хедшот. Но вытаскивают Сани и Робс. В итоге все заканчивается удачно. Хорошая работа. Перекрестный огонь. Действительно. Ой-ой-ой, красивый. Тут что-то и в Молотов прыгнул. Такой на пляже. В солярий заглянул у нас Голден.
раунд прошлый напомнил. Вроде бы Фнатик бодренько выходят, потом Крижей хороший размен дает. И все-таки Фнатик додавливает. Вот то же самое второй раз. Немного в иной интерпретации, но тем не менее. Опа, бомба пробегает мимо, 9 секунд. Оскар еще может это сделать, слышит последнего. 1 на 1, 5 секунд, Оскар тащит. Как это возможно? Что этот Оскар себе позволяет на карте? Не было времени, 3 в 1. Оу, наиграется сейчас Оскар. А где же Лекро? Супер поздний выход. Джейви разменялся на стику. Тем не менее, там уже в бок обходят Оскара. Но это его не смущает. Три фрага от Оскара. 40 секунд времени. Робс уже хелпа. Но нет. Джейви тоже умеет попадать из авика. Ну и плюс Джейви, который вообще ушел. Что по китам? Китов нет. Кримза находят. Убивают. Джейви отвечает. Это минус 4. Ну что, дефьюз на уверенности. Там авик. Ай-яй-яй, просто уходит. Ну, это эйс. Это эйс. Минус 5 от JV. Опять же, останется без денег. Ну что же, интересная позиция Твиста приносит ему первый минус. За спиной тиммейт. Доплан отступает. Твист вот это засчитало. Просто пулькой на отходе уже. Сам того не ожидая. Действительно, и сохраняет опорную позицию первую. Но на вычисление отправляется Бади. NBK, ну понимает, что нужен размен. Ну, флешка мимо кассы. NBK еще отвлекли немножечко. Ну, есть минус тиммейта, тем не менее, Твист с разменом живой. Иксуэлл полетел, увидел Твиста, да как он это делает? Минус 4 уже. Спецоперации сменяются одна другой. Уже 3 просто в никуда. Твист отстреливает всех, кто на него заходит. Остается последний боди. Ну, потерял боди. Может сделать легкий фраг. Релот поможет ему в этом. И так-то 1 в 2 за 50 секунд до конца раунда с бомбой и двумя флешками. Последний француз ставит бомбу и идет на стрел. Ну, увидел хороший одного. Быстрый хедшот спасет француза в этой ситуации. А потом же танцы со вторым вокруг пресловутой будки просто на обороне поставленной бомбы. Так, заметил первого дальнего, распрей 30-очки, второй выходит на контакт, француз, шедевр. Совершает очередной и тащит клатч ситуацию 1 в 3. Не вышел второй, то на зелени никого и не будет. Робс очень важная позиция, Миху все-таки контролит. Выходящего Робса, Симпл против четверых. Одного убил, кстати, бомбу выбил. Ну, может и потащить на самом-то деле. Первого уже отстреливает, сильно дамажный Снакс по-прежнему живой. Бомба под контролем у Симпла. Так, ну что же, Снакс, ну, пропустил. Ну, похоже, что есть некое понимание, но здесь снайперская Тень. Винтовка смотрится лучше намного. Перестреливается и Снакс, последний Нео. Он в спине, уже на тормозах, будет заходить под старую вышку. Симпл себе отгораживается стеночкой из смока. Жесткий момент, Нео или все-таки Симпл. 30 секунд, бомба на земле. Симпл просто уходит в сотню, ой, как грамотно. Так, ну пытается заранее понять, где его соперник до момента взятия бомбы. Сейчас полетит смачок, и все будет очевидно. Пытается простреливать. Кошмаря, Нео. Свичит девайс на калаш. Неужели пойдет? Ну, тут 15 секунд Нео будет просто ставить. Так, а Симпл уже на вагоне. Очень такие уверенные в себе действия. Хедшот по последнему. 1-4. Александр Костылев. Замена стика в коллективе Маус Спортс. Просто без страха и упрека доигрывает этот момент. Как же с уважением? Вот просто стоит за стенкой и смотрит, что будет дальше. Симпла будут резать! Симпла не будут резать! Да почему пожадничал и не ПКМ нажал? То есть мало того убить с ножа, так еще и унизить хотел. То есть да, ЛКМ, да, да. ЛКМ. Хотел затыкать дядю Сашу, но не получилось. Дядя Саша оказался не промах. Вертуха смерти, сенса 10 тысяч. Ну, Нео, конечно, добивает уже раненого зверя. Очки. Хорошая получилась аркада. Большинство есть для команды ВП. Бьюали, еще один минус. Ну, двоих убрал. Это было... 1 хп у Томаша Счастны. Бомбу нужно подбирать. Насенье делает это. Время, в принципе, на ее установку будет. Открыто решил агрессивно ставить. Ну, Нео, наверное, стрелять не будет. А смог только-только раскрылся. Увидел! Так, 1 хп работает. Оскар по-прежнему жив. И нужно попадать в голову. Первым шотом прячется за смоком. Миху шерстит. Оскар пошел обходить. Бомба стоит довольно открыто. Китов нет, армора-то тоже нет. Так, ну и Миху. Через пару секунд должен понимать, что соперник не за столбом. Соперник в спине. Чекает эту бомбу, ждет с малых песков. Да ладно. Ого. Оскар вообще по коврам пошел. Долгое путешествие. Ну, Миху нет диффуз китов. Двойной фейк. Бомба пищит все сильнее и сильнее. Ну, царюга. Просто Оскар царюга. 1 хп хедшот, и он выигрывает этот клатч. Ну, жесть.
Позиций абсолютно никаких нет. Есть у него в распоряжении полный пул по гранатам, но есть нож от Симпла. Ой, ну два ЛКМа. Вот это месть. Если кто-то смотрел трейн, пытались Симплуху подобным образом зарезать. Тогда с вертухи получилось отбиться Симплу, но здесь, как мы видим, убьяли уже не все так было хорошо. Просто шьют. Патронов много, почему бы и нет. Смог абсолютно не может, играть. Может, Крижей умрет здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ранбусты. Двойная подсадка. Вот это триксы. Здравствуйте. Заготовки, заготовки, секретный состав на мажор 19-го года. Двойной ранбуст с XM-ками. Хождение по огню не позволяет себе финт. Нормально, Нова подъехала. Это не XM-ка, Саня, тут особо. О, нормально. Двоих забрал, третьего видит в прыжке. Безопасно все на банане со стороны защиты. Настреливают. Оскар тупо набрасывает флешки тиммейтам. Ваши рифы разбираются под все это дело. Просто уничтожение коллектива Virtus.pro. Мы только что увидели в прямом эфире. Моуспортс шагают уверенной поступью по турнирной таблице. Ну, сможет ли он реализовать максимально жестко свою снайперскую винтовку? У Кенниса это не получилось. Там вот такая вот ситуация сейчас на банане. А, как это получилось? Не совсем адекватная. Боди ускользнул, но вычислили. Здесь спокойно. Глейв шел в дыму, миксовал последний. 1 в 2, бомбы гробы. Очень неудобная для него, но можно простреливать. Вот сейчас в него столько залетело флешек молотовых, что ему надо действовать. Он топает. Да и... ладно! Неужели это делает? Что делали Астралис? Вдвоем на бомбе в дыму, но... В итоге из-за своих же гранат не услышали, как он бежит. В итоге 8-5, друзья. И если я не ошибаюсь, это квадрокил от Микс. Да. Ну, кстати, времени более чем достаточно. 40 секунд есть у Астралис, чтобы спасти этот раунд. Микс. Согласен, но опять же вот... Проигрывает перестрелку Глейву. Не, ну это было сейчас... По Апексу, кстати, есть информация, да, знает Глейв, что чердак француза находится в пункте. Ай-яй-яй, девайс 1 на 1 против НБК. Ну и на самом деле 48% здоровья против 100 с юспами, это нормально. Ну это один точный выстрел в голову. Да, ну 18-17 секунд время начинает уже девайса поджимать. Но он загоняет своего соперника практически в угол. Меня... Вот это хедшот! Как перевелся, как попал. Ну, просто разрыв G2. Не проверили, он ныряет в ковры и понимает, что сейчас все уже на точке, забирает бомб керри. Видит игрока на бочке, прострелы, но его уже душат зигзага и Апекс. Там Орешек подстраховал, говорит парень, расслабься, все нормально. Заденайл своего тиммейта, как крипа в доте. Ну и дальше Керриган. Вот если проиграет раунд G2, это будет раунд имени Апекса. НБК красиво мансовал, пытался жить, дождаться помощи тиммейтов, но в итоге Боди ловит пулю Кенниса своей головой. Фантастический момент от Керригана. В девятке, и тут на самом-то деле у него убер-позиция. Сейчас увидит, не увидит. А вот и Миксвелл, и теперь Джейви нужен дабл, он знает, где находится первый. И спрыгнул, только что спрыгнул. Прямо у него, да, под носом спрыгнул игрок. Все, Джейви показал, что ушел. Все, да, Кенни садится дефьюзить бомбу. Джейви открывается. И что ты делаешь? Зуб, зуб, садись! Зачем? Джейви! Зачем? Не, конечно, Джейви, ну, поймите меня правильно, это трехкратный чемпион мейджор-эвентов, трехкратный чемпион мира. Всегда, с самого начала 2013 года, Джейви играл роль снайпера, выполнял ее всегда очень хорошо. Но что это такое было?